Всем привет! Сейчас мы проведем анбоксинг немножко помятой коробки Sony Xperia Solo. Модель эта очень интересная, и вскоре она получит обновление до Android 4.0, как оказывает наклейка. Телефон в белом цветовом решении, основные достоинства: Bravia Engine, xCloud, DLNA, функция записи HD-видео, процессор двухъядерный с частотой 1 ГГц, экран 3,7 дюйма, NFC. Телефон запакован. Наклейка говорит, как нам поступать. Перед первым включением снять крышку, поставить сим-карту, зарядить и включить. Но делать мы этого не будем, а попробуем включить напрямую, без подзарядки. Думаю, заряда должно хватить. Наклейка. Дальше здесь две метки NFC, NT1. Руководство пользователя. Кабель microUSB, самый стандартный. Белая гарнитурка, модель MH410C. В российский комплект включена гарнитура MH750. Блок зарядного устройства Greenheart IP800, немощная зарядка. И переходник с microSIM на обычный SIM. Больше ничего в коробке нет. Крышка сидит туговато. Это хорошо. Вставляется так. Где кнопка? Вот она. Дизайн очень такой необычный. Отличается сильно от Xperia NXT серии. При первом включении телефона Sony всегда предлагают такую вот настройку из нескольких шагов. Подгружается еще. Обзор аппарата будет чуть позже. Спасибо за внимание.